Встречайте участниц национального конкурса «Мисс Россия 2023». Дудина Елизавета, 20 лет, Тольятти. Морозова Екатерина, 22 года, Казань. Будникова Мария, 22 года, Нижний Новгород. Коврижникова София, 19 лет, Челябинск. Воробьева Екатерина, 21 год, Оренбургская область. Ефремова Елизавета, 19 лет, Тюменская область. Алексина Елизавета, 22 года, Биробиджан. Алиева Марианна, 22 года, Республика Дагестан. Рогожина Ксения, 21 год, Еманжелинск. Амелина Анастасия, 19 лет, Пермь. Захарченко Ксения, 22 года, Краснодарский край. Сташкевич Александра, 18 лет, Тюмень. Карипова Камилла, 22 года, Нижнекамск. Антонова Анастасия, 23 года, Республика Мариэл. Федорищева Виктория, 22 года, Приморский край. Климова Анастасия, 18 лет, Тамбов. Попова Анфиса, 19 лет, Республика Карелия. Хрополь Софья, 20 лет, Ставрополь. Веснинова Анастасия, 18 лет, Краснодар. Писмарева Алина, 20 лет, Ярославль.
Ахметова Ариана, 18 лет, Республика Тыва. Одинцова Ульяна, 18 лет, Тверь. Василенко Елизавета, 20 лет, Сочи. Безнощенко Дарья, 18 лет, Омск. Баринович Полина, 23 года, Москва. Филиппова Арина, 20 лет, Чита. Кислова Милена, 18 лет, Новосибирская область. Матрёнина Полина, 23 года, Самара. Шагенова Эвелина, 20 лет, Нальчик. Семеленец Екатерина, 22 года, Одинцова. Татьяна, 22 года, Республика Башкортостан. Иванова Даяна, 18 лет, Кабардино-Балкарская Республика. Хохолова Любовь, 22 года, Республика Саха, Якутия. Карланова Алена, 23 года, Екатеринбург. Вацик Милена, 22 года, Республика Хакасия. Авраменко Ева, 20 лет, Оренбург. Исаева Анастасия, 20 лет, Магнитогорск. Павлова Анна, 20 лет, Республика Чувашия. Минаева Анастасия, 18 лет, Московская область. Лукина Валерия, 23 года, Иваново.
Тетерина Анастасия, 22 года, Удмуртская республика. Черненко Анна, 18 лет, Иркутск. Шутова Варвара, 19 лет, Кирово-Чепецк. Лепина Влада, 21 год, Самарская область. Григорьевская Анжелика, 22 года, Алтайский край. Голубева Маргарита, 22 года, Санкт-Петербург. Колмакова Юлия, 23 года, Новосибирск. Соколова Злата, 20 лет, Череповец. Маргунова Арина, 19 лет, Ростов-на-Дону. Ахметшина Раделя, 21 год, Республика Татарстан. Ведущие национального конкурса «Мисс Россия-2023» Саша Маслакова и Максим Привалов. Здравствуйте, дамы и господа! Добрый вечер, уважаемые гости! Мы приветствуем зрителей в этом зале и, конечно же, приветствуем тех, кто наблюдает за происходящим через онлайн-трансляцию. У вас самые лучшие места в первом ряду, причем у всех сразу. Устраивайтесь поудобнее и готовьтесь насладиться волшебным, восхитительным вечером. Мы начинаем грандиозный финал национального конкурса «Мисс Россия-2023». В этом году дирекция конкурса «Мисс Россия» рассмотрела более 85 тысяч заявок на участие от девушек со всей страны. Регламент есть регламент. Согласно нему, топ-20 финалисток – это 10 победительниц интернет-голосования на сайте missrussia.ru и 10 девушек, выбранных во время прежюри. Нам, кстати, нужно с тобой пройти и прогуляться по сцене, потому что сейчас здесь будет самое время и место для того, чтобы узнать, кто же прошел в топ-20. Я прошу вынести нам конверт. Итак, напомню, 10 девушек по результату голосования в интернете – и, конечно же, 10 девушек, которые выбрали прежюри. А точно нельзя оставить всех? Просто они такие красивые. Абсолютно верно, но... Итак, в топ-20 суперфинала национального конкурса красоты «Мисс Россия-2023» проходит...
Елизавета Дудина, Тольятти. Екатерина Морозова, Казань. Анастасия Амелина, Пермь. Ксения Захарченко, Краснодарский край. Александра Сташкевич, город Тюмень. Камила Гарипова, Нижнекамск. Анастасия Антонова, Республика Марий-Эл. Анфиса Попова, Республика Карелия. Анастасия Веснинова, Краснодар. Ариана Ахметова, Республика Тыва. Полина Полинович, город Москва. Арина Филиппова, Чита. Екатерина Смеленец, Одинцова. Любовь Кохолова, Республика Саха-Якутия. Алена Харланова, Екатеринбург. Анастасия Минаева, Московская область. Анастасия Тетерина, Удмуртская республика. Варвара Шутова, Кирово-Чепецк. Влада Прилепина, Самарская область. И Маргарита Голубева, Санкт-Петербург. Поддержите, красавец! Сейчас мы пригласим девушку, которая не только чертовски хороша собой, она еще и великолепно поет. На сцене ослепительная и талантливая Ханна, под ваши бурные аплодисменты! Музыкальный гость церемонии, певица Ханна! Самых близких подруг. Снова модный
мой клуб и высокий каблук. В лучах неона с тобой мы вновь играем в любовь. Нам заглушают боль танцы и алкоголь. Загадка то не попали, и кажется мы попали. Басы взрывают динамик, а чувства будто цунами. Друг друга не замечая, мы вновь танцуем ночами. Ты хочешь этой фальши, тогда играем дальше. А музыка звучит, и я двигаюсь в ритм. Мой телефон молчит, мы сегодня не чьим. Я улыбаюсь, все в порядке, мам. Я счастлива на фото в Инстаграм. А музыка звучит, и я чувствую бит. Есть миллион причин сказать друг другу прости. Но снова с тобой мы как на войне. Ты причинишь боль, я верну вдвойне. А музыка звучит, и я двигаюсь в ритм. Мой телефон молчит, мы сегодня не чьи. Я улыбаюсь, все в порядке, мам. Я счастлива на фото в Инстаграм. А музыка звучит, и я чувствую бит. Есть миллион причин сказать друг другу прости. Но снова с тобой мы как на войне. Ты причинишь боль, я верну вдвойне. А музыка звучит, и я двигаюсь в ритм. А музыка звучит, и я чувствую. Мы больше не можем тянуть, нас ждет выход в купальниках. Я бы хотела отметить, что в дефиле принимают участие все 50 финалисток, но в конкурсной программе участвуют только топ-20. Уважаемые зрители, уважаемые члены жюри, уважаемые телезрители, внимание на сцену, на ней появляются наши фантастические конкурсантки.
Давайте аплодисменты всем нашим красавицам. Мы благодарим их за то, что они продлили для нас лето, так сказать. Несмотря на уже холодную погоду за окном, у нас красота и пляжный сезон продолжается. Это было великолепное зрелище, столько красоты, столько грации. Если вы согласны, давайте еще раз вот прям. Спасибо вам за это. А вот теперь пришло время узнать топ-10 конкурса «Мисс Россия 2023». Конечно же, сейчас появится волшебный конверт. Саша, давай пройдем сюда опять же, для того, чтобы центр сцены оставить для наших фантастических конкурсантов, для 10 суперфиналисток. Благодарим. Это очень волнительно. Итак, в топ-10 национального конкурса красоты «Мисс Россия 2023» проходит Елизавета Дудина, Тольятти. Анастасия Амелина, Пермь. Ксения Захарченко, Краснодарский край. Александра Сашкевич, Тюмень. Анастасия Антонова, Республика Мариэл. Полина Полинович, Москва. Любовь Хохолова, Республика Саха-Якутия. Анастасия Тетерина, Удмуртская Республика. Также в топ-10 проходит Варвара Шутова, Кирово-Чепец. И последняя участница, которая проходит в топ-10. Маргарита Голубева, Санкт-Петербург. Вот он, топ-10 суперфиналистки. Аплодисменты, дорогие друзья. И, наконец, мы благодарим барышни, которые великолепно участвовали, которые ослепили нас своей красотой, но не попали в топ-10. Подарите им свои аплодисменты, они этого более чем достойны. Спасибо, красавицы, отправляйтесь за кулисы и продолжайте наслаждаться зрелищем. Ну, а наших суперфиналисток, перед тем, как мы их отпустим, мы намекнем вам, что их ждет не менее важное испытание. Вот тот самый интеллектуальный конкурс очень и очень скоро. Ну, конечно, не в купальниках. Спасибо. Хорошо, что ты разрешил девочкам все-таки одеться. Конечно. Во что? Какую-нибудь мантию ученого. Спасибо огромное. Девочки, отправляйтесь за кулисы. Мы будем ждать вас, болеть и переживать. Поаплодируйте, пожалуйста, нашим красавицам. А какие качества, собственно, позволили им пройти в суперфинал национального конкурса красоты? Внимание на экраны, вас ждет эта увлекательная короткометражка. Пойдем тоже посмотрим. У меня есть лучшие места, пойдем. О! Меня зовут Голубева Маргарита, мне 22 года, я представляю свой родной город Санкт-Петербург. На данный момент я обучаюсь в двух вузах. Первый – это Российская таможенная академия, 5-й курс. И также я учусь в Московском государственном институте культуры на эстрадно-джазовом вокале на кафедре Ларисы Александровны Долиной. С детства я занималась музыкой на сцене с 5 лет, но родители сначала не отпустили меня получать творческую профессию, поэтому, отучившись 4 года на серьезную, солидную профессию таможенника, я все-таки решила, что хочу заниматься музыкой профессионально и поступила параллельно во второй вуз. «Мисс Россия» 2023 года, по моему мнению, должна быть в первую очередь искренней, честной девушкой перед самой собой. Корона – это же инструмент, который дается для того, чтобы нести что-то в этот мир. Я мечтаю открыть свою детскую музыкальную школу, либо музыкальный центр, в котором дети из малообеспеченных семей, также из многодетных семей, я сама из многодетной семьи, смогут заниматься творчеством, а в особенности вокалом, бесплатно. Для меня конкурсы красоты – это в первую очередь возможность преодолеть себя, поработать над собой. Это важный этап для меня. Я хочу двигаться дальше, участвовать дальше в конкурсах красоты. Это «Мисс Мира», «Мисс Вселенная». Я думаю, что об этом мечтает каждая девушка, находящаяся здесь. Я Александра Сташкевич, мне 18 лет, представляю город Тюмень. Работаю корреспондентом и флеш-интервьюером в хоккейном клубе «Рубин» и на футболе у нас, в местном клубе. Я поступила на факультет журналистики, наш Тюменский государственный университет.
Я семикратная чемпионка России по чирспорту. Чирлидинг – это не только танцы, как люди себе могут представлять, а это фееричный спорт, в котором присутствует акробатика, элементы поддержек. Меня часто хвалили, со мной фотографировались, мне было безумно приятно. В общем, я с самого детства на высоте. Люблю быть в центре внимания. Атмосфера на конкурсе довольно-таки дружелюбная, яркая. Для меня счастливая, потому что я первый раз на таком мероприятии участвую. Моделью только у себя в городе работала, хотя хочу простроить свою карьеру модельную, стать успешной моделью. Меня поддерживает абсолютно вся моя семья, все мои близкие друзья. К сожалению, мой папа не может поддерживать, он смотрит на меня сверху. Думаю, гордится мной. Хочу представить свой город на высшем уровне и чтобы моя мамочка улыбнулась, была счастлива. Я думаю, у меня все получится, и папа тоже будет радоваться сверху. Меня зовут Антонова Анастасия, я представляю Республику Мариэл. Мне 23 года, я учусь в Казанском кооперативном институте. Я закончила хореографическое отделение в музыкальной школе. 10 лет я занималась танцами, народными, современными, классическими, а также играю на фортепиано. Мне очень нравятся фотосъемки. Я уже полтора года работаю с брендами, с шоурумами, с рекламными кампаниями. Мне очень нравится сниматься в видеорекламах. Также я снялась в двух сериалах. Я бы хотела большую дружную семью, как минимум троих деток. Я очень люблю детей. У меня мама воспитатель, учитель начальных классов. И у меня прям это в душе, я от них заряжаюсь, поэтому я бы очень хотела много деток вокруг меня. Я бы хотела попробовать себя в роли ведущей на телевидении. Я думаю, что у меня получится. Мисс Россия должна совмещать в себе много качеств, такие как стрессоустойчивость, ответственность, красота, ум и многое другое. Мой девиз по жизни – за облаками всегда светит солнце. Меня зовут Хохолова Любовь, мне 22 года, и я представляю Республику Саха-Якутия. Живу в Москве я 4-й год, обучаюсь на психолога заочно в Московском педагогическом государственном университете. Также параллельно работаю в строительной компании инженером производства технического отдела. В дальнейшем бы хотела связать свою судьбу с психологией, так как сейчас обучаюсь, и помогать людям, консультировать. Я люблю пешие прогулки по городу, так как это помогает собраться с мыслями и вообще подумать о чем-нибудь, успокоиться и немножко остановиться в этом московском ритме жизни. Я бы хотела, чтобы каждый человек обрел свое спокойствие в душе. Это ментальное здоровье, которое сейчас очень важно, тем более в такое тяжелое время. Вот. И улыбайтесь больше, мечтайте и никогда не останавливайтесь. Меня зовут Варвара Шутова, мне 19 лет, я представляю город Кирово-Чепецк. На данный момент я живу и учусь в городе Казань. С самого юного возраста я занималась биатлоном. Занималась я 10 лет и даже выполнила разряд кандидат мастера спорта. И, поступив в Казань, планировала как раз-таки продолжить карьеру, но, к сожалению, со спортом у меня не сложилось. Но я нисколько не расстроилась, потому что для меня открылась масса других интересных и увлекательных мероприятий. Я начала вести мероприятия в качестве ведущей, начала участвовать как актриса, как танцор. И иногда даже помогаю в постановках как в качестве режиссера. Мисс Россия должна быть искренняя, настоящая, без масок, без всего. Она должна быть такой, какая она есть. Думаю, что она должна быть твердая, уверенная в себе, ведь все, что будет происходить с ней, она должна выдержать, выстоять, показать себя в лучшем свете и, безусловно, быть лучшей версией себя. Меня зовут Ксения Захарченко, мне 22 года, я представляю солнечный Краснодарский край, такой же солнечный, как и я. Я учусь на 4-м курсе лингвист-переводчик, знаю испанский, французский и английский язык. Я прям много-много путешествую, так как моя жизнь
Это, можно сказать, работа, и это равняется путешествиям, так как я работаю моделью. В модельной сфере я уже 5 лет. Начала я с 18 лет и также активно продолжаю вести свой такой активный образ жизни. Я инфлюенсер, бьюти-блогер, снимаю бьюти-макияжи в стиле old money, винтаж, и все меня называют девушка из нейросети, модель из 90-х и 80-х. Многие меня сравнивают с такой известной моделью и актрисой Брук Шилдс и также Синди Кроуфорд. И я считаю, что Мисс России должна поддерживать окружающих людей вокруг себя, должна идти напролом и не терять свое лицо. Должна быть разносторонней девушкой, талантливой, с которой можно обсудить многие интересные темы. Я желаю девушкам на конкурсе никогда не забывать, что ты являешься самой лучшей для себя, идти всегда вперед, поддерживать людей вокруг себя также и всегда быть на позитиве. Меня зовут Амелина Анастасия, мне 19 лет, я представляю город Пермь. Я учусь в МГУ имени Ломоносова на факультете Высшей школы бизнеса по направлению менеджмент. Также я занимаюсь гончарным мастерством. Я дважды была в образовательном центре «Сириус» по программе «Гончарное мастерство». И могу сказать, что мои работы попадали на различные выставки. Но главное, наверное, достижение в этой сфере – это то, что мои работы были на выставке «Талант и успех». Я считаю, что Мисс Россия 2023 года в первую очередь должна быть очень талантливой и очень интересной девушкой. Она должна чтить традиции, она должна уважать свои гены, уважать своих предков и уважать то, что они передают из поколения в поколение. А это таланты, это ум и в первую очередь естественную красоту. Меня зовут Полина Полинович, мне 23 года, я представляю город Москва. Я заканчиваю магистратуру Московского городского педагогического университета. Я юрист. Также я работаю моделью в модельном агентстве Вячеслава Михайловича Зайцева, работаю маэстро. В 2019 году я победила в конкурсе «Мисс Москва», получила номинацию «Краса Москвы». И также я поехала на конкурс «Мисс Европа Континенталь», смогла представлять нашу страну в Неаполе, где попала в топ-10. Следующая моя цель – это победа на конкурсе «Мисс Россия». А я всегда иду к цели какой-то определенной, не сижу на одном месте. Мне все время нужно движение. Мне очень нравятся съемки, мне очень нравятся мероприятия, мне очень нравится помогать людям. И очень хочется быть нужной в обществе. «Мисс Россия», в принципе, даже не важно какого года, она сама по себе должна быть очень открытая, красивая, внешне, внутренне. Должна быть очень приятной девушкой, чтобы когда она заходила, хотелось на нее оборачиваться, хотелось к ней потянуться, хотелось спросить какого-то совета, почувствовать какое-то тепло, красоту, какую-то очень добрую энергетику. Я бы хотела открыть свой бренд одежды, потому что мне кажется, что сейчас очень сложно с магазинами, где можно прийти и вот взять, купить всю коллекцию. То есть, как бы мне хотелось бы открыть, чтобы девушки чувствовали себя, что вот это мой магазин, я могу прийти, могу взять вещь и чувствовать себя в ней очень комфортно. Меня зовут Дудина Елизавета, я из города Тольятти, мне 20 лет. На данный момент я являюсь студенткой Самарского государственного университета, и вот уже 4 сессии я сдала на отлично, могу этим гордиться. Я человек с очень активной жизненной позицией и в свободное время занимаюсь какими-то проектами внутри своего вуза, либо также я являюсь одним из основателей волонтерского движения в своем городе. Ну и в свободное время, не могу это, конечно же, не упомянуть, потому что это огромная часть моей жизни, я являюсь моделью, работаю за границей, и совсем недавно, 2 недели назад, я вернулась с острова Тайвань, где я жила и работала 4 месяца. Я могу являться примером для большинства девушек, в первую очередь. Я могу им передать свой опыт, свои ценности, свои принципы, могу в них воспитать сильный характер, помогу воспитать в них своим примером. И я думаю, что это основная такая часть, которая очень является важной, потому что девушки в наше время, мне кажется, должны показывать себя достойно. Я хотела бы пожелать девушкам, которые участвуют со мной в конкурсе, безусловно, не соперничать, прожить этот момент, перенимать опыт, который нам здесь могут отдать, преподать.
Меня зовут Етерина Анастасия, мне 22 года, и я представляю Удмуртскую республику. Я обучалась на архитектора, то есть я прошла 5 лет очень сложного обучения. Это были бессонные ночи, это очень сложная профессия. Я просто изначально очень сильно люблю рисовать, то есть я прямо творческий человек. Я люблю и петь, и танцевать, и поэтому я решила пойти на архитектуру. Это проявляет мою уникальную красоту, именно вот эту огненную натуру, рыжую, такую ведьминскую даже немножко. И мне это прямо очень нравится. Также я увлекаюсь йогой, медитацией. Именно эта деятельность помогает мне держать мой внутренний стержень, который я считаю, что необходим просто каждой девушке, потому что каждая девушка уникальна, и именно ее внутреннее состояние помогает ей проявиться наиболее лучшим образом. Мир современной девушки сейчас — это, пожалуй, очень много как раз-таки действительно йоги и медитации. То есть сейчас очень много девушек начинают заниматься психологией, ведут здоровый образ жизни, то есть занимаются спортом, они поднимаются в 6 утра, они прямо все такие подтянутые, красивые, при этом это мода, стиль. И действительно, я очень горжусь девушками, особенно девушками из России, потому что действительно очень много красивых девушек. Мы реально следим за собой, то есть мы прямо очень целеустремленные, видим цель, видим препятствия. Инфлюенсеры, бьюти-блогеры и просто красавицы наш топ-10. Суперфиналистки «Мисс Россия 2023». Мы, кстати, уже по ним успели соскучиться, поэтому предлагаю снова позвать их на сцену. Но не одних. Нет, конечно, не одних. Какой конкурс женской красоты без настоящего мужчины? Нет, подожди, ты тоже настоящий мужчина. Спасибо. Но все-таки мужчина, который поет. Встречайте, талантливый и мужественный Стас Пьеха. Мое, ты будешь всегда. Я помню о том, каким был серый мир без тебя. Я живу только тобой. Я учусь верить и ждать. Ты моей стала звездой. Одной тебе хочу я сказать. Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать. И выше неба к солнцу взлетать. Твои ладони к сердцу прижать. Я с тобой, но ветер знает, ты не моя. Твоя улыбка не для меня, но я тебя, любимая, буду ждать. Ночь в темном окне, меж нами моря. Что видишь во сне, когда на небе звезды горят? Час, когда мне нелегко, вспомню я голос родной, пусть сейчас недалеко. Тебе хочу сказать я одно. Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать. И выше неба к солнцу взлетать. Твои ладони к сердцу прижать. Я с тобой, но ветер знает, ты не моя. Твоя улыбка не для меня, но я тебя, любимая, буду ждать. Буду ждать. Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать. И выше неба к солнцу взлетать. Твои ладони к сердцу прижать. Я с тобой, но ветер знает, ты не моя. Твоя улыбка не для меня, но я тебя, любимая, буду ждать. Скромному артисту и красивым девушкам.
Я посмотрю. Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать и выше неба в солнце взлетать, твои ладони к сердцу прижать. Я с тобой, но я не знаю, ты не моя. Твоя улыбка не для меня, но я тебя, любимая, буду ждать. Такую честь. Доспеха, дамы и господа, аплодисменты! Прямо сейчас начинается интеллектуальный конкурс. Саш, я предлагаю нам расступиться. Угу. Спасибо. Одного микрофона мне мало, решила взять два. Давай так. Здесь 11, здесь 43. Угу. По возрастающей. Честь открыть интеллектуальный конкурс выпала участнице под номером 11. Мы приглашаем вас к нам сюда в центр. На поболтать. Ну и, конечно, представляемся, девочки, и говорим, какой город.
какого города мы приехали? Краснодарский край. А зовут тебя? Ксения. Ксения, Краснодарский край. Ксения, у меня вот какой вопрос вам. Как вы считаете, всегда ли технологии приносят пользу? Приведите несколько примеров. Да, я считаю, что технологии приносят нам огромную пользу. Например, интернет и социальные медиа. Благодаря социальным медиа я обрела не только 20 друзей, но и 120 тысяч по всему миру. Я обучаю их макияжу и красивым образом. Они отдают мне свое теплое сердце, поддержку и искренние комментарии. Спасибо. То есть подписка, лайк, колокольчик. Это надо было в конце сказать. Да. Хорошо, аплодисменты Ксении. Спасибо огромное. О, это, кажется, уже подписчики аплодируют. А это все ее подписчики, да, 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 вот. Мы приглашаем участницу номер 43. Здравствуйте, потрясающе выглядите. Как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Варвара Шутова, я представляю город Кирово-Чепецк. Аплодисменты! Аплодисменты, пусть микрофончик останется у вас, у нас есть вопрос. Ну и, конечно, тебе вопрос. Каков, по твоему мнению, наилучший способ решения конфликтов или разногласий между людьми? Знаете, я считаю, что конфликты в основном возникают из-за расхождения мнения людей, и это совершенно нормально, ведь у каждого человека может быть свое мнение, и в этом наша индивидуальность. Но, знаете, если бы мужчины почаще уступали девушкам, то никаких конфликтов бы не было. Подписываюсь под каждым словом, ребята. Аплодисменты. А если конфликтуют две девушки, что делать? Лучше не соваться туда. Лучше не быть в этом конфликте, я вас понял. Спасибо, хороший ответ, спасибо. Благодарим. В общем, мирись и больше не дерись. Спасибо огромное. Но я уверена, что на конкурсе «Мисс Россия» нет конфликтов, все участницы очень дружные. Ну, разумеется, дома хорошо, поговорим. Пожалуйста. Номер 14, мы просим вас к нам, прошу, выходите. Поддержите, пожалуйста, друзья. Это действительно ответственный момент для всех девушек. Как вас зовут, откуда вы? Добрый вечер. Меня зовут Антонова Анастасия, и я представляю Республику Мариэл. Анастасия, согласны ли вы с утверждением, что сила женщины в ее слабости? Согласна. Это верно. Девушки — это слабый пол, поэтому мужчинам нужно уступать. А как же вот эти все сейчас новомодные «girl power», «сама могу», «где мой конь, которого надо остановить»? Мы все такими являемся, но хотелось бы все-таки быть чуточку слабее. Пусть ваши желания всегда находят воплощение в жизнь. Прекрасно. Саш, хочешь что-то спросить? Да, я хотела даже добавить скорее, что мужчины, не верите, что девушки слабые, просто придите в спортзал и посмотрите, какой жим мы делаем. Будете удивлены. Спасибо. Спасибо за вопрос. Обращайтесь, у нас их на каждую хватит. Спасибо, продолжаем. Мы приглашаем участницу номер 12 в очень красивом платье. Добро пожаловать на интеллектуальный конкурс. Как вас зовут, из какого вы города? Добрый вечер, дорогие члены жюри, дамы и господа. Меня зовут Александра Сташкевич, и я представляю город Тюмень. Очень приятно, добро пожаловать. А у Тюмени, кстати, всегда самая сильная группа поддержки, и ты, по-моему, из группы поддержки. Я? Нет. А, ты нет. Я спортсменка. Хорошо. А группа поддержки только что подавала группа голоса. Группа поддержки здесь! Ну тогда тебе вопрос, как не чирлидеру. Какое влияние на наше общество оказывают социальные медиа? И как мы можем использовать их в позитивных целях? Социальные медиа приносят нам огромную пользу. Ведь вы только представьте, каких-то несколько лет назад их не было. А сейчас у нас есть возможность узнавать новости не только нашего города, но и целого мира. Это очень круто. Спасибо. А сколько времени вы проводите в социальных сетях, если не секрет? Ну, я думаю, это секрет. Ну, скажу так, 6-7 часов. Ничего а себе. А почему ты удивляешься? Посмотри на свое экранное время на телефоне, там будет не меньше. Я старовер, я нигде не зарегистрирован, все в порядке. Шучу, конечно. Спасибо вам огромное. 6-7 часов. Спасибо. Ну, мы вас найдем, посмотрим. За это время можно столько всего выложить. Что там интересно у вас? Продолжается конкурс номер 33. Идите к нам, давайте знакомиться. Напомните, как вас зовут и из какого вы города.
Здравствуйте, меня зовут Хохолова Любовь, и я представляю Республику Саха-Якутию. У меня такой интересный вопрос для вас. Какой интересный вопрос? Может ли человечество когда-нибудь столкнуться с неземной цивилизацией, как вы думаете? И как это может повлиять на наше понимание себя и мира? Философский вопрос. Давайте по частям. Будем как бы слона есть по кусочкам. Да, первый вопрос. Может ли человечество когда-нибудь столкнуться с неземной цивилизацией? Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Просуждаем об этом. Я думаю, что в будущем, возможно, у нас настанет то время, когда мы откроем и сможем улететь на те планеты, где, как вероятно, есть жизнь. Потому что такие ученые выяснили, что такие планеты есть, но мы не можем до них долететь, потому что нет пока возможностей, нету таких технологий. Да. То есть вы верите, что мы не одиноки во Вселенной? Да. Хорошо. И как это может повлиять на наше понимание себя и мира? Возможно, где-то в параллельной Вселенной проходит такой же конкурс красоты в этот момент. В каком понимании? Так. Это твой ответ так понравился. Это уже они прилетели. Уже прилетели и высадились, все в порядке. Я думаю, что человечество будет развиваться только в лучшую сторону, так как все новое — это хорошо. Ну, то есть мы поймем, что мы не одни во Вселенной, не центр ее, и будем как бы взаимодействовать и контачить. Да, только расти. Дальше хорошо. Только больше. Вообще, есть такая шутка, что если есть какая-то разумная жизнь там где-то, то она к нам не сунется. Ну, примерно так. Спасибо вам огромное за ответ. Спасибо большое. Спасибо большое. О, ваши в зале. Ну и, конечно, мы приглашаем участницу номер 10. Добрый вечер. Добро пожаловать. Расскажите, из какого вы города и как вас зовут? Меня зовут Амелина Анастасия. Я представляю город Пермь. Вопрос? Да, конечно. Какое, на ваш взгляд, самое важное открытие или изобретение было сделано в истории мировой науки? Мне кажется, что на этот вопрос можно ответить максимально просто. Самое, наверное, глобальное изобретение – это колесо. Потому что с него все началось. Дальше можно перечислять такие изобретения, как интернет, Wi-Fi-соединение, искусственный интеллект. Но мне кажется, что все началось с колеса. Поэтому я считаю, что это главное изобретение. Мне понравилось, как быстро мы промотали историю. От колеса до... Действительно, рукой подать. Здорово. Если бы вы сделали какое-то открытие, что бы это было? На самом деле, я еще не нашла ту сферу, в которой я бы хотела точно развиваться и идти. Я разносторонний человек. За все свое время я успела позаниматься большим теннисом, гончарным мастерством. И на самом деле я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Вы в поиске? Да. Ну, желаем вам найти. Спасибо огромное. Спасибо. Вообще, молодая девушка должна всегда быть в легком поиске. Да, ну, раз все-таки про колесо вспомнили, мы катимся дальше. Номер 46. Выходите к нам, будем знакомиться и общаться. Как вас зовут? Из какого вы города? Маргарита Голубева, Санкт-Петербург. Ох, Маргарита. Маргарита, вопрос вам достался философский. Как у вас с философией? Было отлично. До сегодняшнего финала было. Сейчас проверим. Вопрос звучит так. Как бы вы описали понятие «смысл жизни»? И прилагающийся к нему, удалось ли вам его найти? В чем он лично для вас? Смысл жизни. Хорошо, постараюсь ответить. Смысл жизни, он для каждого свой. Лично я мечтаю прожить свою жизнь так, чтобы в старости понимать, что каждый мой выбор был сделан верно. Ведь даже ошибки открывают нам новые двери и ведут к лучшему. Мой смысл жизни в том, чтобы продолжать заниматься творчеством и оставить след после себя, чтобы мои дела были хорошим примером для будущих поколений и несли им пользу. Вы заинтриговали нас творчеством. Что за вид творчества? Вы мечтаете написать картину, вы сочиняете оперу или что-то такое? Я пою с 5 лет. Ух ты! О, ну у нас в жюри есть люди, которые могут это по достоинству оценить и даже попросить вас что-то спеть. А можно? Если хотите. Конечно. Хотим. У нас прямой эфир. Вот Дмитрий Юрьевич говорит, да, вперед. Так что выбора ни у кого нет. А капелла можете?
Друзья «Экспром». И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Интеллектуальный конкурс плавно перерос в конкурс талантов. Браво, спасибо огромное. Желаем вам спеть суперхит. До встречи на вершине хит-парадов. Но ставки усложняются, и у нас следом девушка под номером 25. Номер 25, мы приглашаем вас к нам, прошу. Добрый вечер, как вас зовут, из какого вы города? Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Полина Полинович, и я представляю город Москва. Ошибусь я или нет, правда, что, мне кажется, я вас помню, правда ли, что мы встречались на открытом кастинге? Да, все верно. Друзья, открытый кастинг работает, то есть просто пришла девушка, сказала, хочу рассказать о себе на всю страну. И вот сегодня она в суперфинале. Поаплодируйте, пожалуйста, мечты осуществляются, это очень здорово. Саша, вопрос твой. Да, ну и, конечно, без вопроса никуда. Какие основные вызовы, как вы думаете, стоят перед человечеством? На мой взгляд, к большому сожалению, на данный момент очень тяжело сохранить искренность. Искренность в обществе, искренность в любви, искренность в правде, искренность в своих чувствах. На мой взгляд, самый большой вызов – это сохранить свое нутро и свою правду. Будьте искренними, друзья. Спасибо. Очень достойный ответ. Петь будете? Нет. Ну хорошо, если надумаете, скажите. Спасибо. Спасибо вам огромное. Продолжаем знакомство с нашими конкурсантками. Номер один. Номер один. Прошу, поддержите, поаплодируйте. Как вас зовут, из какого вы города? Здравствуйте, меня зовут Дудина Елизавета, и я представляю город Тольятти. Прекрасно. Когда вы узнали, что у вас номер один, обрадовались? Безусловно, но это очень большая ответственность, потому что выводить на сцену 50 девушек – это безумно сложно. За тобой стоят 49 участниц, которые дышат тебе в спину. Не всегда это бывает хорошо, но я справилась. Блестяще справилась. Это был еще не вопрос, это была так разминка. А вопрос звучит следующим образом. Как вы относитесь к такому понятию, как «ложь во спасение»? Приведите примеры, когда такая ложь действительно может быть оправдана, может быть, из личной практики, из личного опыта. Ложь во спасение. Я считаю, что лжи не должно существовать ни в каком виде, ни в каком понимании. Как писал Драгунский, которого я читала в детстве, тайное всегда становится явным. Поэтому лучше сказать правду. Мама, закрой уши. Я знаю, ты меня слушаешь. Лучше недосказать. В ситуациях, если это касается родителей, там, бабушек, дедушек, лучше им что-то недосказать, увильнуть от ответа, от вопроса, но не соврать. А если вы чувствуете, что вам лгут, пусть даже во спасение, как вы себя ведете? Знаете, я всегда распознаю ложь, я всегда вижу, когда мне врут. Не знаю, это выбор каждого человека. Если он думал, что так поступить правильно, это его выбор. Ну, вы скажете, я знаю, что ты мне лжешь, или нет, или вы... Я лучше проулыбаюсь, потому что человеку станет неловко, а я не люблю людей ставить неловкие положения. Мы не будем вас больше ставить в неловкое положение. Спасибо огромное за ответ. Нет, у меня есть вопрос. Вот ты сказала, мама, закрой уши. А каким образом мама обманывала? Я не обманывала маму. Никогда? Ну, даже не бегала гулять, пока мама заснула. Но это же не ложь. Все правильно. Как посмотреть? Все в мире относительно. Спасибо вам огромное за достойный ответ. И у нас номер 41. Прошу, номер 41. Вас как очень бурно встречают, это здорово. Напомните, как вас зовут и из какого вы города. Добрый день, зрители, уважаемые члены жюри. Меня зовут Тетерина Анастасия, и я представляю Удмуртскую республику. Микрофончик пусть будет у вас, да, потому что вас ждет сейчас каверзный вопрос. Если бы вы могли выбрать какую-то одну, ну, можно даже несколько, суперсилу, что бы это было и как бы вы ее использовали? О,
Чудо-женщина сейчас должна у вас проснуться, как минимум. Знаете, мне кажется, я бы выбрала суперспособность быть счастливой, потому что, мне кажется, этого не хватает каждому человеку. В погоне за какими-то внешними благами мы теряем истинные счастливые моменты, мы не можем их прожить в полной мере. И думаю, эта суперспособность определенно нужна мне. И думаю, у меня скоро будет. Вы сейчас чувствуете себя счастливой? Знаете, да. Эта суперспособность проклевывается. Поаплодируйте, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. А я бы выбрала есть и не толстеть. Чтобы? А я бы выбрала есть и не толстеть. Для меня это важнее. А я бы высыпаться за 2 часа. Вот видишь, у каждого из нас своя необходимость. Дамы и господа, уважаемые гости, уважаемые члены жюри, уважаемые зрители телетрансляции, поаплодируем нашим красавицам, они достойно справились с интеллектуальным испытанием. Ну а теперь наступил момент, когда мы членов нашего жюри просим удалиться в замечательную комнату под аплодисменты публики. Кто громче аплодирует, та фаворитка, возможно, и приблизится к короне. Здесь, на сцене, Мисс Россия 2023, фантастическая Нюша! Встречайте! Так, как я хочу, может, правда для тебя и новая.
Танюша! Аплодисменты, дорогие друзья! Золушка теряла туфельку, Нюша потеряла бриллианты, но я нашел и вернул. А ты какой молодец, что вернул. Что говоришь? Молодец, что вернул. Да, представляешь? Сам от себя не ожидал такого. Ну что, друзья, жюри вернулись. Вы тоже в зале, это прекрасно. Трансляция, за трансляцией наблюдает огромное количество людей. Все переживают и болеют. И мы на финишной прямой. Очень скоро мы узнаем, кто же наденет корону. Мисс Россия 2023. И мы приглашаем на сцену. Участниц конкурса. Конечно. 50 суперфиналисток. Самые красивые девушки страны. Мы ждем вас на сцене. Выходите. Стесняйтесь аплодировать. Сейчас откроется второе дыхание. Взбодримся. Вот они, 50 самых красивых девушек страны. Наши суперфиналистки. Пока только 40, а вот сейчас будет 50. Я заглянул в сценарий на следующую страничку. Там было уже 50. Дорогие девушки, милые девушки, фантастические девушки, каждая из вас уже победительница. Спасибо за вашу красоту, за вашу доброту, за вашу лучезарность, за тот путь, который вы прошли в этом конкурсе. Каждая достойна аплодисментов. Искупайте их в овациях! Ну а мы, так как жюри уже вернулись, значит, мы готовы объявлять имена трех победительниц. Я не случайно сказал трех, правда? Конечно, не трех, потому что... потому что ведь Мисс Россия 2023 – это не только Мисс Россия, но еще и первая вице-мисс, и вторая вице-мисс. Давайте по порядочку. Пришло время узнать имя второй вице-мисс России. Мы просим, чтобы нам вынесли конверт. Какой это волнительный момент. Только представьте, что чувствуют наши суперфиналистки. Каждая из них думает... Хоть бы там было мое имя, или наоборот, хоть бы там было не мое имя, а мое было в финальном конверте, когда будет мисс. Не знаю, тем интереснее. Итак, это мы возвращаем вам. Дамы и господа, второй вице-мисс Россия 2023 становится Любовь Хоколова! Республика Саха-Якутия! Мы поздравляем Любовь с титулом второй вице-мисс России 2023. Конечно же, лента, конечно же, букет шикарных цветов для шикарной девушки и диадема второй вице-мисс России 2023. Аплодисменты, друзья! Дамы и господа, на этом праздник не заканчивается, потому что пришло время объявить имя первой вице-мисс национального конкурса «Мисс Россия 2023». Ну и, конечно, мы просим вынести конверт. Тут самые волшебные страсти накаляются. Итак, первая вице-мисс. Кто же? Кто получит этот высокий титул? Итак... Первая вице-мисс Россия 2023. Елизавета Дудина Тольятти. Друзья, первая вице-мисс перед вами. Громче, 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 громче. Конечно же, знак отличия. Конечно же, роскошный букет. И диадема для первой вице-мисс. И самое главное звание первой вице-мисс России – самый волнительный и незабываемый момент. Все так. Поздравляем вторую вице-мисс. Поздравляем первую вице-мисс с почетным званием, с почетным титулом. Но настал момент,
увидеть заветную корону, которая уже через несколько минут увенчает голову победительницы. И перед тем, как мы увидим корону, давайте еще раз поблагодарим генерального партнера конкурса «Мисс Россия 2023» «Русский стандарт страхования». Наша корона тоже застрахована. Все так. В центре короны, на верхушках куполов и у основания расположены 203 жемчужины южных морей. Бриллианты весом 42 карата, сапфиры весом 60 карат, рубины 58 карат и жемчуг. Все это собирается в асимметричные узоры, подобно взрыву фейерверков. Драгоценные камни выбраны в цвет флага России, а оправа короны выполнена из белого золота и гармонирует с драгоценными камнями и жемчугом. Вот так, друзья. Аж всплакнуть захотелось. Остается лишь узнать, кому из девушек удалось покорить не только членов жюри, но и всю страну. И сейчас мы хотели бы пригласить на сцену «Мисс Россия 2022» Анну Линникову. Дамы и господа, «Мисс Россия 2022» Анна Линникова. И, конечно же, ее голову венчает та самая заветная корона, о которой мы вам говорили. Вы только посмотрите, как она грациозно ей сегодня придется проститься с титулом «Мисс Россия» и передать корону новой обладательнице. Анна, вы великолепны, вы роскошны. Друзья, между прочим, Анна еще действующая королева, поэтому я не понимаю, почему так тихо. Анна Линникова, «Мисс Россия 2022». Еще несколько минут. Она будет носить это звание самой красивой девушки страны. Ну и стоит вспомнить, как потрясающе Анна выступила на конкурсе «Мисс Вселенная». Это было непросто. Это было фантастически. Анна, наше восхищение, вы великолепны. Итак, друзья, наступает момент, ради которого мы провели эти волшебные часы здесь вместе. Итак, новый «Мисс Россия 2023» становится Голубева Маргарита! Мы поздравляем новую победительницу! Давайте громче, я поаплодирую! Конечно же, лента, как знак отличия, новый «Мисс Россия 2023». А что же она получает? Миллион рублей достается нашей победительнице. Миллион рублей будет ждать вас за кулисами, дорогая мисс. И, конечно же, возможность представить нашу страну на конкурсе «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Сейчас будет очень важный момент. Можно я подержу эти роскошные цветы? Потому что символ королевской власти украсит голову новой королевы. Анна, вам надо будет передать корону. Доставайте свои фотоаппараты, потому что это мгновение незабываемое. Действующая мисс Россия передает корону новой. Да будет так! У нас новая королева! «Мисс Россия 2023! Ура, друзья, ура! В честь нашей королевы! В честь новой победительницы! Мы уверены, что удача будет сопутствовать ей и дальше, а личные качества, которые она продемонстрировала на пути к успеху, позволят покорять все новые и новые вершины. Можно я верну вам этот роскошный букет для роскошной королевы? И я прошу, «Мисс Россия», вторая «Мисс Россия» и первая «Мисс Россия», вместе проследуйте туда, где вам самое место, на пьедестал. Мы ждем вас впервые на суперфинале. Давайте, помоги, девочка, давайте вместе со мной прогуляемся. Сначала сюда, прошу. Это самый красивый момент в конкурсе «Мисс Россия» – чествование победителей. Вы только посмотрите, какие они счастливые! Милые девушки, а теперь прошу, займите место там, где оно для вас уготовано, на пьедестале. Дамы и господа, впервые в финале «Мисс Россия»
мы решили, что наши королевы достойны настоящего пьедестала. Поэтому под ваши аплодисменты каждая из них отправляется туда ввысь, к звездам! Под аплодисменты вторая вице-мисс, первая вице-мисс и, конечно же, мисс Россия 2023. Дамы и господа, уважаемые гости и друзья, это был суперфинал национального конкурса красоты «Мисс Россия 2023». У нас новая королева, и мы спешим ее поздравить. Впереди мисс мира, мисс вселенная и невероятные перспективы, которые дарит конкурс.